Так, ребят, еще раз запустился, как слышно меня, нет? Надо поближе микрофон пододвигать, а то потом, блин, я посмотрел запись, немножко пропадает звук, бывает меня не слышно вообще, от слова вообще не слышно меня. Так, ну что это, отпишитесь, я посмотрю, чат работает, нет, на стриме. Так... Я не помню, в каком из них американка лежит. Здесь. Так, запускаем, подгружаем. Два метра ром. Долго обрабатывается. Себя чуть погромче. Точно не слышно? Плохо слышно, да? Да блин, вроде выкручен микрофон. Блин, что ж такое-то? Сейчас, подождите. Триста стоит. Чё, вообще не слышно, что ли? Меня. Слышно, ну тихо. На 500 поставим. А теперь? Теперь лучше? Так. Так, теперь нормально? Постоянно приходилось орать в микрофон, потому что как бы приходилось орать. Нормально, да? Блин, что-то еще с игрой, зараза. Опять звуковые настройки сбились. А нет. Вот теперь нормально. Ну как баланс звука? Может добавить себя еще чутка? Могу себя чутка потом еще добавить. Сейчас нормально, вот когда я... Сейчас, погодите, запущу музыку. Мьюзик. Почему нельзя выбрать? А вот. Вот так нормально? Да мы сейчас потестим прям в игре. Меня слышно? Хорошо слышно. Вот так в полтона, если я говорить буду. Все отлично. Спасибо. Потестили звук. Поперли. Потому что мне постоянно приходится кричать в микрофон дико. Из-за того, что микрофон не очень. Надо покупать нормальный этот. Либо хорошую гарнитуру, либо конденсерный микрофон хотя бы за 5000 рублей, за 4. Но это, видите, опять-таки деньги надо тратить. Так как я профессионально этим не увлекаюсь, так и тратить неохота на самом деле. Ну, хотя наушники с хорошим микрофоном стоило все-таки бы прикупить, я думаю, хотя бы за 1000-3-4 как-нибудь. Ладно, поехали. Counter Hard Corps. Первый плеер. Так, берем по стандарту. Не, не этого. Вот этого. Мужик. Мужиком, конечно, посложнее, чем роботом играть. По-моему, сложнее всего играть фангом. Хоть у него и мощное оружие, у него достаточно большой спрайт. И в него летит все, что можно, и все, что нельзя лететь. Летит.
Так, ладно, поехали. Контра Харкорекс. Приходится пережимать кнопку сильно. Часто, точнее, не сильно. Так, чувака убить надо. Чтоб с места стрелять. Ну, вы поняли, да? У меня трехкнопочный джой, поэтому X, Y отдельной кнопки нет. Приходится на одновременно и на А, и на Б жать. Да блин, не вовремя. Да что это будет? Ладно, черт с ним, одну жизнь просрал. Не вовремя. Я попытался заюзать подкат. Надо было немножко подождать. Не выждал. Слегка. Блин. Ну, в американку я давно уже не играл, надо привыкать. Так главное, чтобы он меня потом не запустил в машину, тачку. Ну, запустит, конечно. Куда он денется? Лазер просрал, это, конечно, печально. Ну, жизнь заработал, хорошо. Идем дальше. Ну, этот робот весьма легкий, главное не сглазить. Для меня все легко, но потом сложное становится. Очень. Незамысловатый паттерн, главное уворачиваться от его прыжков. Благо есть подкат, не просто двигаться надо, а подкатом еще можно уйти. Вот если подката не было, было бы вообще пожестче так-то, да. Не успел его добить, хотя можно было добить. Успеть. Если бы я его расстрелил во время того, как делаю подкат. Так, не знаю, по кому... Блять, не знаю, по какому сюжету двинуться. Наверное, мы за Джо полетим все-таки. Так, ждем жучка. Хотя нет, это больше похоже на рака, потому что 8, больше даже на паука. 8 лапок каких-то, медведка что ли. Даже. Вон, посмотрите, какие эти. Так, добью его гранатами, нет? Гранатометом. Хотелось бы добить, конечно.
Так, ну нормально, вроде пропрыгал. Повезло мне сейчас. Может, лучше на лазер переключиться. А в принципе бьет одинаково, так же как и лазер, эта пушка. Практически, чуть может получше. Хотя непонятно точно. С места этого робота высаживать нам намного удобней. С зажатым локом. Началось безумие Джека. Мы сейчас прекратим этот психоз. Так, жизнь дали, хорошо. Так, надеюсь, третий уровень мне также легко дастся, потому что там иногда я туплю, бывает. На четвертом я вообще туплю страшно. Моторокеры. Ой-ой-ой. Тихо, пролетай, мужик. Спасибо, не надо мне такого счастья. Две разрывных пули взад. Две разрывных пули тебе взад. Машины на помойке завуалированные, точнее, орудия смерти под старые, ненужные, искореженные в хлам тачки. Конечно, прикольно. Надо было гранаты взять все-таки. Доставать будут, наверное, будут все-таки. Ну, гоним дальше. Три жизни, хорошо пока. Все замечательно. Так, Бандлби уже не тот. Это кто? Кто-то из разрабов? Или что? Я что-то не понял. Хотя японские наверняка разрабы в контре. Я вообще не вдаюсь в эти подробности особо. Даже с любимой серией Castlevania не интересовался, кто разрабы. Мне это не главное. Мне главное поиграть. А история игры это не мое. Ну вот он. Короче, террорист. Кибернетический террорист, кибертеррорист. Разваливающийся. А, понятно, да, точно. Вспомнил, это же он и есть, да, трансформер Бандлби. Что-то я вообще затупил. Да, жук. Пчела.
развалю. Жук, жук. И машина жук, главное. В той части превращается в жука. Что самое прикольное. Да-да-да-да-да. Чё-то я вообще дуру дал. Разраб. Не, блин, надо было вот это оружие брать здесь. Пока задумался про себя, так все. Все просрано. Все полимеры, как всегда. Главное, чтобы она на меня не загорелась. Она может полететь в мою сторону. Что не очень хорошо будет наверняка. Давай, чувачок. Сейчас мы решим, кто прав, а кто нет. Сейчас будет танк. Любитель, здорово. Жесткий тетрис. Даже каламзом, по-моему, папахи, знаете, где кубики просто собираешь. Ну, тут он урон не получает, по-моему, насколько я помню. Смысла его выцеливать нету здесь. Ну вот и все, и жизнь еще заработал. Хорошо. Кодзиму. Ну, Кодзиму я знаю по Silent Hill'ам, там, по Metal Gear Solid'ам. Больше я из подразделения Konami вообще никого не знаю, кроме Кодзимы. Ай-я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 й
группы, я даже не знаю, блин, надо сразу против них идти, блин, просто и сносить, просто сносить. Стоит немножечко, немножечко задержаться, и все, и хана, считай. Давайте уже своих жуков ненасытных сюда. Тут, конечно, на водяшке очень полезная штука. Они слабенькие, конечно. Но не такие слабенькие, конечно, как в контре 3. Пойдет все равно нормальная штука. Интересно, вот когда он не мерцает, у него есть временная неуязвимость? Или все-таки он урон получает? Скорее всего, да, получает все же, потому что вот сейчас он не мерцал и сразу же откатился. Ну да. Чтоб мега имбой не были. Здесь подъебос мне нравится, вот это вот. Я часто своих друзей, когда мы играли, вот этой хуйней подъебу. Динозавр с соплей. Разрывная сопля. Ой, тихо.
Да, оружие у меня, конечно, не очень. Сражение под... Блядь, сука. Он же останавливался уже. Зачем? Зачем я повелся на эту херню? Ладно, у меня есть две гранаты, которые я сейчас заюзаю. Полетели. Ёпть. Разлеталось тут нечто. Устаревший, да? Хардбас танцует, отжигает. Как там было, мы танцуем колбасой, хардбасы. Басы. Бас, харбас, да. Да тут все как харбас, вот здесь конкретно. Ой, блин, зря это сделал, пацаны. Я забыл про эту хуёвину. Не попади в меня. Спасибо. Все, короче, я что-то задумался, херачу в него. Джангл Бразерс, да. Будем подтычки ему давать. По небольшой. Гранатами не стоит, наверное. Хотя, если не пренебрегать сильно, то можно лазером самое то, по-моему, лупить эту штуку. А так я буду долго на ней стоять сейчас. О, отлично. Полетели. Тихо. Ты чё, куда? Не надо. Иди себе дальше. О, стоп. Остановись. Вот так, все нормально. Дотянем, наверное. Да, дотянем. Все, дотянули. По-моему, эта штука мне поможет сейчас. О. Блин, все-таки я затупил здесь. Надо было отпрыгнуть наверх. Последняя в меня все-таки угодила. Последний. Лазер. Рикошет последний. Да ёлки зелёные, блин, цветы эти, ей-богу, они вымораживают порой.
стараюсь особо не рисковать, потихонечку раскручивать этот барабан Якубовича. Тихо, стоять. Разойдется сейчас. Отойди. Так, сейчас постараться не слить. Вовремя подкат сделать. Еще. Да, вот можно и без подката, ладно. О, хорошо, лазер пошел. В принципе. Нет, он на руку. Сейчас он раскрутится. Еще раз. А, он в другую сторону. Так. Отлично. Ракеты выпускать не будешь? Ну, пока на... Если Джо оставить, то в этом уровне босс, по-моему, ракеты выпускает еще. На каком-то этапе раньше. Пока что он ничего не делает. Он автономно работает. Без... управляющего на автопилоте. Сейчас последняя фаза будет, по-моему. Да. С гранатами, я думаю, быстро справлюсь с ним. Блин, остался здесь. Так, здесь аккуратно сразу слезаем, как только он начинает разгонять свою херовину. Надо подождать, пока он наилучшую позицию займет, чтобы его можно было фигачить спокойно. Во. Не, без боязни, потому что он пока будет разгоняться, он не будет в ту сторону направлен. Этот бластер, мега-бластер. Аннигилятор. О, это вообще хорошее положение самое. Взорвешься, нет? Не хочешь? Не хочет. Что ж ты никак не сдохнешь-то, а? Жирный сучара. Тут вот он, в принципе, несложный, но тут ошибиться, нефиг делать, там кнопочку отжать. У меня часто такое бывало.
Он долгий, сволочь, ошибиться тут не хрен делать на самом деле. На этом боссе. Да умри уже, ну что ты? Никак не помрет, да? Собака. Что-то больно долгий. Гранатами вроде бы, может быть. Другая пушка бы помогла лучше. Может и завис. А может просто мега жирный. А может я версию какую-то загрузил больно дурную. Блин. Не, не завис. Надпись «Престарт». Ха-ха-ха, мне нравится его голос. Прикольно звучит. Дерьмо. Нас достали. Доктор, что происходит, блять? Какого хрена? Ну, а злобный Эйнштейн уже давно слился врагу и хочет проворачивать эксперименты на людях. Короче, ладно, хрен с ним. С полковником Асадом. Файт, конечно, файт. Вы чё? Мы будем сражаться, на чужих выводить. Моя любимая концовочка. Что вы там еще выкатите, давайте. Угу. Самый неприятный враг этот летающий был. А может и нет. Может еще неприятнее будет. Вот этот тоже не очень. Но тут можно подкатом эти пули уничтожать. Сколько помню. Главное не нарваться на последний, когда из подката вылетаешь. Да стреляй в престарт. Блин, я что-то забыл, надо было подождать, она бы пушки еще как-нибудь выдала, типа лазера, блин. Как же я последнего босса валить без лазера буду, не знаю даже. Граната, конечно, хорошо, но как я буду босса без лазера валить? Вы подумали об этом, нет? Я не подумал, ни черта, видать. Все, сейчас начнется. Я уже не помню, он когда-то толчок делает. Нужно подпрыгнуть, по-моему, где-то здесь. Вот сейчас, нет, надо будет подкат сделать вовремя. Сейчас разгонится, блядь, нос еще чешется. Не вовремя, конечно. О, задевает ударная волна. Хорошо, бомбы хорошая штука. Очень. Босс ничего не может поделать, как не отгрести люлей. Все, готов. Легко и просто. Блин, сейчас самый жопный уровень будет.
Бахамут Асадович решил съебаться. И он съебется. Проклятие. Кругом трындец. Лаборатория вышла из-под контроля. Чужеродные организмы атакуют. Короче, обозвал этого доктора болваном конкретным. Так, здесь, пожалуй, мне вот эта штука пригодится. По-моему. Не помню точно. Они еще со всех сторон бегут, я уже не помню. Поэтому надо предельно аккуратным быть. Так, не давать дойти до себя. Ой, блядь, просрал. Момент, блядь. Просто приходится одновременно зажимать. Я, сука, на месте остался. Спасибо. Нормально все. Отперли вперед. Ах, ёперный театр. Ну, тут прыгать придется постоянно. Теперь. Жопа. Дойти бы до чекпоинта хотя бы. Не, это я забыл уже. Это конкретно фейлы. Пошли. Вырвались, да, вирус на свободе. Да, тут, конечно, нужно отжимать кнопку B на этом геймпаде. Это не очень. Не нравится, иначе ты будешь на месте стоять. Вот здесь аккуратно стоять под низом, да. Это я помню еще, не забыл. Да я же нажимаю, Б, ну вы че, ребята? Ай, хер собачий, блин, они возле, когда тебя начинают горцевать, это все, это хана. Я пожадуюсь, конечно, хер с ним. О, прыжки какие совершают сзади. Американская версия, конечно, будет джапановской посложнее. Тут и мобы какие-то жесткие, блядь. Короче, все, я понял. Что делать? Бежим, не останавливайся нахер. Какое бы оружие ни выпало, потому что смысл ждать маны небесной нету. Ладно, сейчас вспомним. Если первый раз не пройдем, завтра пройдем. Сегодня я хотя бы вспомню игру. Вот, опять забыл переключиться. Надо сразу перед этим переключаться. Иначе это все, это хана. Тебя просто закидают. И бежать надо, скорее бежать. Иначе трындец. Умри, тварь. Отлично, чекпоинт. Ротики. Челюсти. Чужие там сидят, огроменные, наверное. Глазки вон какие, посмотрите. Красота. Как завораживают, да? Красивые глазки. Тут где-то еще одна... Вылезет, ага. Побежали, сейчас босс будет, да? Ну ладно, ждем босса. Немножко тоже подзабыл его, надо вспомнить, что он делает здесь. Ага. Вот что делает.
Шеплинсы. Сука, прижал. Хотел убежать. Надо было вставать поближе к краю, короче. Вот сюда и сразу валить. Он... Не-не, надо в самый край становиться. Понятно. Надо в самый край становиться. Да-да-да, хотел по хардкору. Пока что не получается. Вспоминаю игру. Не получается. Блять, сука. Уроды, а. Разгоняется, разгоняется собака. Все, я понял, как действовать. Пусть они друг друга жрут. Поедают. Выживает сильнейший, все правильно. Ёлки зеленые, что это такое? Надо привыкнуть к этому боссу. Блин, жизнь бы хоть бы дали за все мои страдания, хотя бы одну. Уже какую? У меня всего два конта осталось. А может и меньше того. Так, тут еще никого больше нету. Никого не пропустил. Сейчас я всру. Стопудово. У него еще вторая фаза, по-моему, он как мячик катается. Будем стоять вот здесь, после выныривать где-нибудь сбоку. Я уже все понял, то что он с середины, в любом случае не из-под меня, а с середины откуда-то вылазит. Ой-ой-ой! Беда прям. Чуть не напоролся сейчас. Сейчас начнется. Велика беда начала. Разогнался пес, а? Мне бы хотя бы жизнь за него дали, было бы вообще шикардос. Да, жизнь дадут все-таки. Хорошо. Ладно, чешем дальше. Сдохни уже, а. Мразота. Так, из этих чужих хоть что-то получу, если пробегу без проблем здесь. Но это навряд ли я без проблем здесь пробегу, конечно. Паскуда по-любому меня подцепит где-нибудь. Тьфу-тьфу-тьфу. Не помню, а как последнего босса убивать. Помню то, что ему сначала руки отрывать надо, чтобы он молнией не бил в тебя. А потом даже не помню, что делать.
Так, одну руку оторву сейчас. Так, одну оторвал. Хорошо. Сейчас начнется катавасия дикая. Ой. Эпилепсия. Сейчас, по-моему, раскручиваться начнут шары ярости. Это вообще жопа, блин. Надо было, короче, задержаться чуть-чуть. Сейчас что будет? Не помню, хоть ты тресни. Ага, все. Яйца-шарики опять. Дэнди, играем иногда. Блин, последний конта. А, в принципе, вспомнил, что тут делать. Все ясно. Третья фаза, шарики падают вниз. На голову прямо. Понятно. Может, с последнего конта и затащу, хрен его знает. Только сверху идут, и сбоку, снизу вроде не идут. Чужие. Можно будет немножко охладить трахани. О, жизнь дали. Хорошо. Дополнительная жизнь мне к месту. И в тему. Играл Zen Intergalactic Ninja. Это вообще нормальная вещь. В принципе, от Konami тоже клевая игрушка на Дэмьюхе. Так, одну взорвал. Хорошо. Главное, чтобы они за край экрана не зашли. Если зайдут за кран экрана, это будет опус. Конечно. Не давать, иначе они сзади заспаунятся и все. И я тогда труп. Шары ярости всякие падают. Все. Понеслась. А, блин, чуть-чуть. Велика беда начала. Ох, еле ушел. Этого дерьма. У-у-у-у. Тут надо отходить, короче, подкат вовремя делать, я понял. Вот по таймингу, ясно. Успею добить эту сволочь. Вдвоем-то здесь, конечно, полегче будет. Опа. Отлично. Добью паскуду.
Не добью, скорее всего. Чуть-чуть не добью, наверное. Чуть мне не хватит совсем. А, нет, добил на нулевой. Смотри-ка, давно не играл. Смог. Самый любимый сюжет мой. Последний вот этот босс, по-моему, больше всего нервы портит. Не, ребят, ну мне пришлось вспоминать, потому что я игру не помню, мне пришлось учить паттерн, блин. Поэтому столько контов и слил. Пришлось учить паттерны боссов. Потому что паттерны боссов я не помню, большинства, особенно в конце. Вот эти 4 уровня-то я 3 начинал все сначала постоянно, их я помню, когда начинал играть. А последние уровни я совершенно не помню. Тоже проблема в этом. Тайминги не помню. Некоторые штуки забываются, конечно. Ну все, улетай, чувак. Улетай давай. На каком стриме? Любитель. А, Дантеса вспоминали на другом стриме. Понятно. Да не, это в принципе вспоминает, наверное, Дантесу эту хуйню с баном Твича. Я надеюсь, Дантес-то уроки усвоил? Нет. Да чья все вспоминает? Наверняка в душе уже простил Дантеса. Я думаю. А, на Капхеде, а я даже знаю кто, но говорить не буду. Майк все отписывал в личку Чебу, что давайте прикроем Дантеса. Жаловался что-то, что ты его типа послал, а там ты просто проигнорил вроде бы Майка. И он, короче, написал Чебу, что ты его послал. А ты его под его? А Вульф на меня обиделся. Зачем? Зачем так делаешь, Дантесик? Или Вульф там начал зрителя оскорблять? Ну, иногда в Антохе бывает то, что он с кем-то зацепится в чате. Тоже бывает такая херня, кстати, да. Так, ладно. Сейчас, ребята, еще чуть-чуть передохну. Может, еще что-нибудь заведем. Посмотрим, что поиграть можно. Может, в Rolling Thunder 3 продолжить играть. Потому что я... Хотя, давайте это... Я SNES-ку переподключу, в ActRaiser еще порубаем. Да, блин, я не знаю. Блин, в самом деле, пацана... Ой, какой даже пацана? Мужикам по 30 лет какие-то жалобы, я не пойму. Ну, что за хрень такая? Ну, ребят, блин. Реально, жалобы какие-то начинаются. В личку причем. Если тебе не нравится стример, скажи ему напрямую. Главное, в чате не сказал, блин, начал жаловаться Чебу. Скажи напрямую, вот ты мне не нравишься, блин. Я хочу, чтобы ты съебался. Все, вот самое то. По-мужски и в лицо, блин. Все, закончили игру. Короче, я SNES-ку, наверное, переподключу. ActRaiser продолжу. Хотя, блин, что-то мне лень так ActRaiser. Завтра, наверное, ActRaiser уже будет.
Сейчас я посмотрю, что можно еще сыграть. Немножечко передохну. Минут 10 еще и еще раз поиграем во что-то. Час еще наиграю. Там в сортир все дела сходить. В общем, не суть. Давайте сейчас я подрублюсь.